А перед началом этого видео я хочу порекомендовать вам канал «Наш Футбол». Парень снимает ролики по FIFA Mobile, делает прогнозы на матчи, а также сравнивает футболистов, наводя реальную статистику. Рекомендую подписаться, ссылка в описании. Всем здорово, чуваки, вы на канале Play Jackson. И сегодня мы начинаем проходить Лигу Чемпионов за Донецкий Шахтер. Прошлый наш раз, мягко говоря, нам не удался. Мы не смогли выйти даже с группы, к сожалению, так бывает. Мы начали очень хорошо, но потом завершающие игры мы провалили и не смогли продолжить борьбу в Лиге Чемпионов. Вот так вот выглядит наша группа. В ней Шахтер Донецк, ПСЖ, Боруссия Дортмунд и Базель. В целом неплохая такая компашка организовалась. Будет очень сложно, но надеюсь мы сможем. Сейчас я вам покажу все остальные группы этого розыгрыша Лиги Чемпионов. Вот такой вот, ребятки, состав я приготовил на первый мой поединок в Лиге Чемпионов против Боруссии Дортмунд. Играть мы будем дома. Надеюсь, родные трибуны нам помогут. Старт Лиги Чемпионов. Шахтер Донецк против Боруссии Дортмунд. Мы начинаем. Алан Патрик, запускаем мы Марлоса. Марлос, подача. Здесь отгружают защитники Боруссии Дортмунд. Фред может пробить. Удар от Фреда, вратарь тащит. Опять Фред пробивает, но здесь такой себе удар. Хорош сейчас момент. Прострел можно забивать. Как защитник здесь спасает свою команду. Фред. Был офсайд. Степаненко, удар, какой удар. И уже вратарь демонстрирует в очередной раз прекрасную игру в рамке ворот. Ай, потеря. Просто супер атака. Ну же! Валенсия отгружает. Аубамьянг. Вот так бывает. Доминируешь, играешь. Потом одна атака и все, уже ты проигрываешь. Не было офсайда. Здесь Исмаили задержался. Удар. Ну что это за удар, Алан Патрик? Тем временем первый тайм, ребята, и счет, к сожалению, 1-0 не в нашу пользу. Переходим мы ко второму тайму. Боруссия Дортмунд начинает с центра поля. Ой, как же тяжело у них отобрать. Повезло, что сейчас не попадает Ярмола. Фред прорывается, делает подачу и... Вратарь выходит и уже кулаками выносит мяч. Фух, Пятов. Андрей Пятов на опыте здесь вышел, почувствовал момент и забрал мяч в свои руки. Так, нужно отыгрываться, иначе мы сейчас еще один получим. Аубамьянг как проходит сам. Я уже видел мяч в сетке ворот, но, к счастью, Исмаили. Исмаили, какая же ты умничка. Вот сейчас очень хороший момент. 84-я минута матча. Мы сравниваем счет в этом поединке. Вот что значит правильно поменять тактику. Рискнуть, и риск оправдан. Здесь я думал, что замкнет Каяде, но он не доставал вроде как. Или не стал лезть. Хорошо, что Марлос замыкал эту штангу, стоял там. Около наших ворот. Да что они так возят? Просто серьезно, бог ты мой! Валенсия, что ты делаешь, Пятов? Пятов, умница. Вынесите, вынесите, Пятов, хорош, умничка ты мой. Ну же! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ничья 1-1, хороший поединок. Мы заслуживали эту победу, но, к сожалению, чуть-чуть нам не хватило. Ничего, это первая только игра. В дальнейшем все у нас будет хорошо.
немножечко я проэкспериментировал с тактикой, и уже к этой игре у нас подлечился Бернард. Вот так вот выглядит мой стартовый состав на этот поединок против Базеля. Начало поединка, мы в гостях. Фред, дальний удар! Нет. Подача. Пробивает. Хороший перевод на Исмаили. Исмаили достает. И подает. Ну, такой удар. Ух ты! Каркас ворот уже вступает в игру. Блокирует. Все блокирует. Лига чемпионов. Здесь слабых команд нету. Вратарь, выйди, вратарь! Ты что, пятал? Хорош! Марлос, убить! Марлос! Заброс хороший! К сожалению, ребятки, 0-0, первый тайм. Во втором тайме, я надеюсь, у нас получится то, что не получилось в первом. Начало второго тайма. Степаненко бьет, вратарь на месте. Каяде, ну! Гол. Хотя бы так, хотя бы автогол. Но тем не менее счет 1-0. В свои ворота. Как же хорошо мы вышли, преимущество Исмаили. Тайсон, это Тайсон, где офсайд был? Ой-ой-ой. Сейчас будет очень и очень опасно. Спасибо уже Пятову, который вступил в игру просто героически. Отскакиваем. Угловой было опасно. Подача с углового. Удар! Почему никто его не кроет? Подача просто идеально на ногу. Смотрите. Да как штанга еще офсайд? Мать его, какой раскат был? Как он тащит этот вратаришка? На 90 добавленной минуте Каяде забивает свой первый гол за Донецкий Шахтер в Лиге Чемпионов и выводит нашу команду вперед. Отлично, просто на характере. Мы делаем победу в этом матче. Уже по 2 матча сыграно в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Вот так вот обстоят дела в нашей группе F. Шахтер Донецк на первом месте. На втором месте ПСЖ, у нас с ними по 4 очка, разница мячей по одному, то есть, грубо говоря, мы на первом месте. В следующем поединке будет ясно, кто же круче на данный момент в этой группе. Сейчас я вам покажу результаты всех остальных групп. Ну что ж, ребятки, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Play Jackson. До скорых встреч. Пока.